Всем огромный привет! Сегодня к чаю готовлю вкуснейший медовый пирог. Рецепт очень простой, а самое главное, все ингредиенты для него найдутся дома. В глубокую емкость отправляем 2 яйца, сахар и щепотку соли. Взбиваем миксером приблизительно 1 минуту. Добавляем мед, кефир и продолжаем перемешивать. Соединяем соду с мукой и замешиваем тесто. Дно формы, в которой будем выпекать, устилаем пергаментной бумагой и смазываем всю форму растительным маслом. Диаметр моей формы 20 см. И заполняем ее тестом. Отправляем в духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов на 30-40 минут. Пирог у меня остыл, и теперь можно снять форму. Присыпаем сахарной пудрой, завариваем вкусный чай и подаем к столу. Обязательно попробуйте, приготовьте такой медовый пирог. Уверена, что вам понравится, а особенно его любят дети. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и всем пока-пока!